Антипинский нефтеперерабатывающий завод вошел в топ-50 самых быстрорастущих компаний России. Предприятие расположилось на 14-м месте. По условиям отбора необходимо, чтобы организация стабильно развивалась и удваивала свои показатели за последние 3 года. Несмотря на санкции, экономический кризис и обвал цен на нефть, Антипинский НПЗ продолжает увеличивать объемы производства и модернизировать установки. А выручка от продажи продукции, начиная с 2011 года, выросла более чем в 3 раза. В развитие предприятия уже вложено 2,5 миллиарда долларов. Мы в следующем году запускаем большой проект. Это установка глубокой переработки мазута и, соответственно, выработка продукции дизельного топлива, в частности, она возрастет. Поэтому я уже как говорил, что мы сможем спокойно обеспечить потребности нашего рынка.